Всем здравствуйте! Сегодня тароскоп для знаков зодиака в период с 24 августа по 31 августа 2020 года. Тароскоп сделан на колоде Креатор Фатум. Сейчас именинники у нас девы идут, поэтому всех дев, которые празднуют в период с 24 по 31 августа, поздравляю с днем рождения. Ну а сейчас посмотрим на всех остальных представителей знака зодиака. Как же у них будут обстоять дела в конце августа? Хочу вас всех предупредить, что 1 сентября у нас стартует набор группы по практике прямых порталов, которая создана на колоде Таро Креатор Фатум. Кому интересен этот курс, пожалуйста, пишите мне плюсик под в комментариях, и я вам все расскажу, как все будет проходить. Итак, поехали. Овны. Посмотрим, что же вас ждет на этой неделе. Овны. Общее положение. Аркан девятка мечей. Рекомендации. Аркан умеренность. Что стоит опасаться? Аркан тройка мечей. Что мы здесь видим? Девятка мечей. Общее положение. Трезвомыслие. То есть эта неделя у вас будет довольно-таки спокойная, стабильная, без каких-либо ярких событий, в том числе, видите, вам и аркан умеренности дает возможность, ну, скажем так, полностью удовлетворенно посмотреть на эту жизнь на этой неделе и, ну, насладиться спокойствием. Тройка мечей — это карта насмешек, то есть вам не стоит обращать внимание на тех людей, которые попытаются вас как-то спровоцировать. Потому что у вас неделя без воинственной жизни, скажем так. Вот такая вот ситуация у овнов. Сейчас мы переходим к тельцам. Посмотрим, что же ждет тельцов на этой неделе. Тельцы, общее положение. У тельцов тройка жезлов, рекомендации, королева динариев и чего стоит опасаться, королева мечей. Значит, тельцы, тройка жезлов вам дает возможность внутри себя развить азарт, который вас будет направлять на цель. А цель уже сформируется в процессе азарта. По рекомендации королева динариев, соответственно, обращайте большое внимание на вашу работу, на то, что вы делаете, что производите, какие услуги оказываете. Все это очень имеет большое значение на этой неделе, потому что это, ну, показывает ваш вообще статус и потенциал реализации. Потому что чего стоит опасаться здесь, королева мечей, личность. Я вам хочу сказать, не пытайтесь себя вознести выше других людей, потому что это может очень неблагоприятно сказаться на вашей репутации. Вот такой вот совет тельцам. Идем к близнецам. Посмотрим, что же ждет близнецов на этой неделе. Близнецы, общее положение. Аркан, всадник кубков, рыцарь. Рекомендации, семерка жезлов. И чего стоит опасаться? Аркан, рыцарь жезлов. А вот у близнецов неделя будет жаркой, я по-другому никак не скажу, потому что аркан, рыцарь кубков, это аркан страсти. Но что будет вокруг вас разворачиваться, собственно говоря, известно только одному Всевышнему, потому что неспроста эти страсти-то кипят в вашей жизни. И семерка жезлов показывает то, что вам нельзя совершать никаких, собственно говоря, ошибок, потому что те ошибки, которые вас постоянно скидывают на ступень ниже, они возможны, возможно, что они повторятся. И будьте здесь предельно внимательными, как бы ни раскручивало, какие бы события ни раскручивались вокруг вас, и как эта неделя на вас бы не влияла, то будьте всегда предельно осторожны и аккуратны.
Вот рыцарь жезлов, карты идейности, чего стоит опасаться. Вы не будьте инициативными, потому что здесь инициатива может с вами сыграть злую шутку и поиметь вас, собственно говоря. Раки. Переходим к ракам. Посмотрим, что же ждет раков на этой неделе. Паж жезлов, семерка мечей и королева кубков. Что я могу сказать, раки, ваша неделя будет интересной. Интересной в каком понимании? Появится для вас, у вас появится новое увлечение, которое вас подымет в глазах других людей. То есть, если вы ранее ничем абсолютно не интересовались, а на этой неделе вот такое вот наитие, которое придет к вам в голову, и вы начнете, будете заниматься каким-то видом новой деятельности. Может быть, это будет хобби, может быть, какая-то подработка появится. Но это все, что будет для вас иметь благоприятное значение. Вы почувствуете это новое увлечение, и оно с вами срезонируется. И вы уже прям вживетесь в эту роль. Вот чего стоит опасаться, королева кубков, карта любви. Ну, скажу так, вы, когда увлечетесь делом, вы все-таки прям с головой не старайтесь туда нырнуть, потому что всегда, когда человек уж слишком одержим какой-то идеей, это может сыграть, опять же, для него злую шутку. Может растерять навык, вообще связь с миром. В общем, будьте осторожны. Сейчас мы переходим к львам. Посмотрим, что же ждет львов на этой неделе. Что же ждет львов на этой неделе? Львы, вообще положение. Аркан Солнца. Рекомендации. Паж мечей. Что стоит опасаться? Король жезлов. У львов неделя будет благоприятная. Довольно-таки, прям скажу, благоприятная из благоприятных. Заканчивается период испытаний у львов, который уже был во время дня рождения. И начинается период становления, когда вы уже будете себя чувствовать более увереннее, сдержаннее, даже дипломатичнее, могу сказать. Но вам сейчас не стоит показывать в чего стоит опасаться, вам не стоит показывать свой авторитет, потому что другие люди, те, кто его принимает, они всегда с вами. А если вы попытаетесь навязаться, то вас воспримут как агрессора. Здесь, львы, будьте более дипломатичнее. Вот такой вот вам совет. Переходим к девам. Посмотрим, что же ждет дев на этой неделе. Кстати, девы, еще раз с днем рождения, те, у кого на этих неделях, на этой неделе будет проходить день рождения. Так, у дев общее положение, паж мечей, рекомендации, восьмерка жезлов и чего стоит опасаться, семерки жезлов. Интересное начало недели у дев. Паж мечей — это гибкость. Ну, скажем так, девы, в принципе, знак уравновешенный, спокойный. Но вот то, что предстоит сразиться с драконом по восьмерке жезлов, по рекомендации, это, естественно, все метафорически. Если мы рассмотрим это в реале, то от дев на этой неделе потребуется максимально проявить себя во всех возможных жизненных отраслях. Это может быть работа, отношения, семья, быт. То есть
Семерка жезлов по опасению. Хочу вам сказать, чего стоит опасаться. Здесь, друзья, девы, поймите, ошибиться может каждый, но не стоит себя за какие-то ошибки корить. Ведь не ошибается тот, кто не работает. Это я вас не оправдываю, но просто говорю, что когда вы совершаете ошибки, вы не всегда делаете работу над ошибками, а начинаете себя корить и гонять в депрессию. Это очень опасно. Поэтому, ну, будьте более здравомысленны. Идем дальше. Идем дальше. Дальше у нас весы. Весы — вообще положение. Весов тоже восьмерка жезлов. По рекомендации идет аркан справедливость. И чего стоит опасаться? Сила. Что мы имеем? Весы, как и девы, на этой неделе просто должны проявить себя. Но у весов идет справедливость, которая дает весам возможность взвесить, что же они получат в момент этого подвига, когда совершат. Насколько это будет выгодно, насколько это будет рационально и насколько это будет, насколько это удовлетворит вообще положение весов в данном случае. А вот сила, я бы сказал, весы, не пытайтесь сейчас растрачивать свои силы попросту. Потому что одно дело совершать подвиги, когда ты можешь совершать их не физически, а просто психологически и умственной деятельностью повлиять на ситуацию, а не махать шашкой, простите меня. Задумайтесь. Сейчас переходим к скорпионам. У скорпионов императрица, десятка динариев и двойка динариев. Хаос. В хаосе рождается какое-то решение. Что за решение будет, скорпионы поймут. Но самое главное, это решение скорпионов направит на правильный финансовый путь. Ведь хватит по мелочи работать скорпионам. Ну, некоторым, естественно, не всем. Потому что вам пора увеличивать свой финансовый потенциал. И эта неделя поможет вам в этом, скорпионы, запомните. Стрельцы, дорогие стрельцы, сейчас посмотрим, что же ждет вас на этой неделе. У стрельцов паж мечей, у стрельцов семерка кубков и прозрение. Интересное положение стрельцов, особенно мне здесь семерка кубков нравится, но скажу так, неделя будет живая, по-другому не скажу, то есть здесь не будет какого-то застоя, какой-то депрессии, наоборот, здесь семерка кубков даст возможность вам выпустить джинов, ну, заблуждение, это понятно, но для чего вам это необходимо? Ну, может быть, для перезагрузки, то есть хорошее застолье на этой неделе повеселит вас. А вот прозрение, друзья, не пытайтесь, стрельцы, на свою мечту смотреть как-то с какой-то другой стороны. Не пытайтесь, вам это не нужно. Вы живете хорошей, прекрасной жизнью. Не нужно пока что-то вам менять. Будьте где-то гибче, перезагружайтесь периодически, и будет вам счастье. Сейчас мы подходим к козерогам.
Козероги. Общее положение. Тоже пожмичи. Видите, как у нас сегодня пожмичи любят. Рекомендации. Король лево мечей. И чего стоит опасаться? Шестерки динариев. Значит, козероги, паж мечей с королевой мечей говорят о том, что вы должны показать себя на этой неделе. Показать, что вы стоите. Для чего? Для того, чтобы люди окружающие понимали, что они вам платят, если вы даже работаете по найму, то есть вы получаете зарплату. Вы получаете ее для, как специалист, а не просто тот человек, которому просто пообещали и платят. Нет, вы выполняете свои обязанности. За них вы получаете достойную вас заработную плату. Либо вы предприниматель, и вы строите бизнес так, что этот бизнес начинает развиваться и приносить вам свои плоды. Но учтите, если вы попытаетесь на этой неделе как-то убрать из внимания вообще ваш потенциал и просто будете действовать нахрапом, либо вообще не контролировать ситуацию, то это может чревато сказаться на вашем финансовом положении. Ищите козероги. Переходим сейчас к водолеям. Водолеев, видите, аркан башня, смерть и пятерка мечей. Непростой расклад у водолеев. Водолеи, я знаю, вы меня чаще всех смотрите. Пожалуйста, не пугайтесь. Не пугайтесь. Какие могут быть изменения в вашей жизни на этой неделе? Да, собственно говоря, абсолютно разные. Абсолютно разные. Но здесь, посмотрите, башня, она же внезапная. И здесь защищаться от чего-то, это, не то что глупо, но бесполезно, скажем так. Если у вас на этой неделе не возникнут каких-то изменений, то вы все правильно делаете, то есть у вас есть путь предназначения. А если вы пытаетесь что-то спасти, то, что уже спасти нельзя, то наступают вот, а за ним следует смерть, то есть отсечение. Но тут аркан противостояния. Когда вы попытаетесь опять же что-то сохранить, ждите беды. Пусть здесь все течет так, как должно идти. Удачи вам, водолеи, рыбы. У рыб общее положение. Рыцарь жезлов. Рекомендации, чего стоит опасаться. Тройка динариев. Рыбы будут активно себя проявлять. Собственно, эта активность скажется на личных достижениях. По рекомендации здесь я рекомендую убрать сомнения, которые могут возникнуть в процессе особых достижений. И тройка динариев, здесь ремесло. Хочу сказать, рыбы, после того, как вы добьетесь больших результатов, вам необходимо идти дальше. Ни в коем случае не останавливайтесь уже на тех результатах, которые вы имеете. Вот. Все, на этом тароскоп завершен. Всех благодарю за внимание. Не забывайте ставить лайк. Ну и помните про нашу колоду. Все, всем пока-пока.